Друзья, всем привет! Я снова нахожусь в Ницце. Сегодня у нас 28 октября 2023 год. Уже немножко холодает вечерком, прохладно становится. Сегодня я решил зайти в фирменный магазин. Видите, купил себе зонт, потому что передают в ближайшее время дожди. Что много вещей теплых. Сувенирные магазины фирменные, какую-то частичку с Ниццы надо все-таки забрать. Вот. Вот он находится, этот магазинчик. Видите, машина вот сзади. Покажу. А вот магазинчик, вот он, по пальцам. Угловой дом. La Change. La Change. Так, La Change Blue. Yes. Называется такой вот фирменный магазин сувенирный. Заходите и можно много чего найти. Так, переход. Прохожу. И спускаемся на площадь Массена. Ближе к морю, соответственно, прохладнее. Когда спускаешься сюда, за счет домов, не так чувствуется прохлада. Посмотрим обстановочку в центре. Сегодня у нас суббота. Осень здесь поздняя. Видите, все еще зеленое. Совсем не осень, можно сказать. Вот самолет пролетает сейчас близко. Тоже интересно. Бывает, что и здесь пролетают. То есть по-разному они, у них траектория. Как повезет, можно сказать. Право заворачивайте, находится опера Ницце и старый город, рынок, ресторанчики на каждом углу, то есть интересно. Приходите, наслаждайтесь. Еще продают мороженое, можно успеть полакомствовать. Так, здесь на евро дороже, здесь на евро дешевле. Тут 7 за 3 булет, то есть 3 колечка, 3, ну, 3 кружочка, а там 8. Имейте в виду. Но там, возможно, если какой-то вам вкус, который вы не нашли в соседнем, можете найти там, с утра, что вы любите. А так, в принципе, все вкусы, они одинаковы. Просто разница в евро. Кому как это принципиально или не принципиально. Вкус одинаковый. Всех рецептура одна и та же. Поэтому смотрите, решайте сами. Так. Мотоциклисты полно. Призрачные гонщики. Постоянно гоняют здесь. Отлично. Десять лет променаду, этому вот парку замечательному. Здесь фонтан. Сейчас пока они не работают. Выключили. Ну, возможно, они еще будут. То есть они подсвечиваются в стиле французского флага. Очень красиво. Вечером здесь очень много молодежи. Я бы сказал, очень много. Все отдыхают. Сегодня красивая у нас луна. Прям замечательный день. Ни ветра, ни дождя. Сказка, наслаждение просто. Супер. Все, ребят, спасибо. Буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Будут какие-то вопросы, пишите. Это Ницца. Еще раз повторюсь, Франция, Лазурный берег. Кто был, ставьте плюсик.
Кто не был и хочет приехать, пишите. Постараюсь вам ответить на вопросы, если что-то интересует. Жизнь в Ницце. Может, вам подскажу. Все, пока-пока. До новых встреч.